Добрый день, уважаемые аграрии Юга России. Приглашаем вас на день бахчевого поля, который пройдет 5 августа в поселке Ботаника Гулькевичского района Краснодарского края. Можно будет познакомиться с различными сортами отечественной селекции бахчевых культур и продегустировать их. У нас будут там представлены наши сорта. Это, ну, из интересных можно сказать, это арбуз сюрприз, это зеленокорый арбуз с желтой мякотью. Сейчас очень популярны такие сорта. В российском реестре таких мало, в основном это идет иностранная селекция, а это наш сорт. Вот. Помимо этого тоже интересный арбуз «Подарок солнцу». У него желтая кора арбуза, он чем-то даже на дыню похож, но красная мякоть у него, ну, классическая красная мякоть. Тоже очень интересный арбуз. Вот. Также классические сорта, полосатые, длинные, длинный черный, длинный белый. Кроме того, там будет интересный обмен опытом ведения бахчеводства на юге России. Можно будет узнать, как увеличить в разы урожайность на бахчевом поле, как защитить бахчевое поле от градобоя, как построить бизнес таким образом, чтобы все арбузы и дыни продавать прямо с поля в розницу по хорошей цене. То есть и по этой тематике пройдет интересный обмен опытом. Для того, чтобы попасть на это мероприятие, оно бесплатное для аграриев, важно зарегистрироваться. Вы можете увидеть на нашем экране адрес электронной почты и телефон, по которому можно зарегистрироваться. Не пропустите это мероприятие, количество мест ограничено, мы с удовольствием пообщаемся с вами.